Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас зона 51. Всем привет. Серега здесь что-то делал очень долгое время, надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Серега, погнали. Так, ну, как всегда, накрутил, навертел, приветствие, все как всегда у нас. А, ты хочешь выключить? Давай, туши. Как сказал Григорий, вырубай свет. Пацанов, фонарики разные, мы скачали классные моды. Как всегда, коллекция обновляется. О, нифига себе, у меня какие-то артефакты иной раз. Ну ладно. Цвета меняются. Может, эпилепсия схватит. Серега, ну что, начинаем, да? Да. Кто-то там болтает постоянно, да, стоп, сон записать. Прибор ночного видения можно включить. Кстати, точно. О, вообще сильно. А, Димас, стой, давай вниз пройдемся. Тут довольно давай. Таки... Опа! О, смотри. Что это за кусок мяса? Я помню этого SCP-шку, мы смотрели в той серии. Он какие-то стрёмные звуки издает. Да-да-да, ого. Я помню вот эту штуковину. Димас, бежим отсюда. Тут тоже кого-то... Я ж не знаю, где ты кого ставил, чтобы мы посмотрели тут. Если что, будем мочить их, да? Да. Понял. Во! Так, оружку, может, достанем сразу. Так, ночной режим отключаем. Подожди, а двери не тут же открываются, а где? Димас! Во, я помню этого динозавра. Давайте, пацаны, я здесь посмотрю, как вы его будете мочить. Меня сожрал! Съели тебя? Я он вижу его. Он даже не кусал, он его сразу съел. Нифига себе. Какой-то убийца. С одного раза, короче, мочит. Самый умный человек на планете. Ярик, молодец. Да, красавчик. Так, по фонарикам видно, где мы тусуемся. Реально круто. Так, пролетаем. Так, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. И не забывайте подписываться на канал, потому что многие смотрят и не подписываются. Быстро. Поставили. Димас, ты где? Я здесь. Давай, пойдем. Идем. Серега, иди, что ты нам еще нам приготовил? Это SCP 173. А, мы из-за него моргаем. А мы же его не сможем, да, убить? Да, он каменный. Пацаны, давайте посмотрим, кого он хочет убить. Отворачивайтесь. Ну, меня точно стойте, не хочет. Зайдите в стойте, зайдите в комнату, я пытаюсь шарами убить этими. А, я моргаю. А я и выйду. Так, он на меня точно не агрится. Стоит. Чтобы он нас не убил, надо всем смотреть на него. А я отвернусь специально. Я не буду смотреть. Давайте все отвернемся. Я отвернулся. И я. Я отвернулся. Он стоит на месте. Опа, он переместился, пацаны. Только он чуть-чуть совсем переместился. Опа, опа. Стрёмный челик. Че, еще раз давайте все отвернемся? У нас такая игра. Давайте. Отвернись или умри. А! Блин, это я что ли был? Да. А че вы ржете? Я испугался. Он, блин, резко сильно на меня напал. Но так как минимум два человека, чтобы, типа, они по очереди моргали. Ну, не буду двигаться туда. Блин, стоит, стоит. Так, ладно, пацаны. Что-то я его очкую. Давайте, давай, Димас. Идем в эту комнату. Идем. За мной. Там кто-то еще есть? О, Димас, смотри. Очки ночного видения. Надень их. Ух ты, нифига себе, я ничего не вижу. Пойдем. Ай. Ого. Я Серега, как эти очки снять вонючие? Никак умереть. Пацаны, я его убил, этого. Это какая-то эпилепсия у меня. Мочите меня. Я свой. Наполовину. О, я нормально вижу. Димас, ты этих монстров можешь видеть только через эти очки. Да? Да, они невидимые сами по себе. А, блин, офигеть. А, вот я физгана одного нашупал. А, жопы. Давайте я буду в этих очках там путь пробивать. Я первый раз такого SCP прикольного вижу, который только через очки видно. Пока что никого нету. Так, пацаны, проходим сюда. Дальше. Посмотрим, что здесь у нас. Так, тут пусто. Ничего. Эй, зомби вонючий. Пока, Димас. А он меня не убьет, Серега. Давай, зомби, я на монтировке против тебя. У меня 40 хп.
Слабак. Я знал, что это очень просто. Отпускайте меня, я прошел челлендж. Не, пускайте. Кого все? Ярик, что ты сразу хочешь меня убить кем-то? Так, куда мы дальше идем? Сюда. Дальше мы сюда. А здесь у нас... Че, выход? Ничего, походу. Так, здесь что? Здесь у нас комната пустая. О, так, пацаны, вентилятор, тройник. Давайте в нее залезем. Пойдем. Давай, Димас, вперед. Ты меня хочешь убить, я сразу вижу. Давай, на второй этаж пошли. А, это лифт? Да. Погнали, только пацаны. Вдвоем. Лучше вдвоем. Ой, сейчас. Не, поедем, Серега, смотри. Видишь? Тянет. Да. Едем, пацаны. Нельзя нам друг друга на голову запрыгивать. Это точно помню. Так. Чумной доктор тут должен быть. А, есть! Это его зомби стоят? Да. А что ты хочешь, чтобы я туда зашел? А я не боюсь. Я тебя не боюсь, говно. Отвали. А ты что на меня идешь? Скажи им, Серега. Бейте его. Да зачем такие слова говорить? Нормально. Ну что, папа, ты готов? Не, я ж не умру. Я сейчас буду их мочить. По чуть-чуть и вынесу. Давай посмотрим. А, жлоб. Ах ты. А, блин, он меня в зомби превратил. Зомби. Так, я лечу к вам. Где давай ваши фонарики? А я фонарики давайте ваши откроем. Вижу. Вот вы. Давайте его откроем. Чпонькс. О, я уже прилетел. Давайте, чтобы было веселее, его откроем. Давайте вообще двери удалим, да? Ну что, зомби-апокалипсис начинается, пацаны. Прощай. Ого, там что-то такое творится неестественное. Мочите, пацаны, мочите. Я пока оружку возьму. Это твой хейтер. Ого. Нифига себе. Давайте что-нибудь послабее возьмем. Пацаны, супер удар. Ого. Ого. Ты там всех разбомбил. Да я просто шаром этим стрельнул. Че, уже не такие модные? Так, ладно, пошлите дальше. Ой, прости, Димас. Обстоятельства, я понял. Я лечу к вам. Такс, я здесь. Так, пойдем, Димас. Погнали. Теперь, ну, вниз поедем. И какой-то додик взял и сел в лифт, и кто это он? Так, давайте пролетим. Я вас, пацаны, внизу жду. Это так, Фокси у Димас, нас. Димас, давай, еще ниже нам надо. Еще ниже? Да, заходи. Пацаны, заходите. Прощай. А, опоздали. Ну что ж вы такие невнимательные, они уже тут все. На маршрутку опоздали. А мы едем? Нет, мы не едем, потому что кое-кто в ноуклипе сюда залетел. Так, ладно, Серега, я тебя тут жду. Так, я уже. Типа приехали. Да. Так, тут сейчас что-то мясо будет. Что это такое? Это чудо? Очень опасная рептилия, она не будет с тобой целиматься, сразу съест. Да я вижу. Я убил ее ради тебя, Димас. Так легко и просто. Колбасило. Так, я лечу к вам, хлопцы. Ого! Чтобы вы знали, что это колбасит сильно? Потому что я ее убил. Нифига себе. Пацаны, её ладно. Не убить. Она сейчас оживёт. Не оживёт. Так, что у нас тут? Еще одна. О, здорово. Ах ты ж лоб. Димас. О, здорово, чебурек. Кто это такой? Его колбасит. Давайте я к нему зайду. А, дверь работает. Ладно, заходи. Ой. Дверь забагали. Сломали новую. О, вот так лучше. Давай, это коняка бегает здесь. А, ну сильная. Блин, нифига себе она дамажит хвостом. А так, физганом. Нечестно так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, блин, по башке, пацанам. Давайте, начинай мочить эту монстриху, СЦП. Так, только никаких шаров. Да, шары смерти запрещены. Эй. Вы не как в быка, просто резко в сторону отбегаешь, она тупит.
О, Димас. А что ты меня дамажит? А это ты пишешь музыку своей кровью. А, нифига себе. Я так странно двигаюсь как-то. А потому что она тебя манит. Ты сопротивляться ей не можешь. Могу, я уже ушел. Легко сопротивляться можно. Дайте мне. Иди посмотри, Ярик. Так, я думаю, Димас, нам пора подниматься наверх. Погнали. Димас, мы почти... Ой. Это скромник. Ты на него посмотрел, Серега, все-таки. Зачем ты это сделал? Мама. Тебе мама. Придется убегать, чтобы будет за нами гоняться. Димас, беги. А я закрываю дверь за собой, ну нафиг. И я ладно, открою, чего его бояться? Не надо убивать. Так. Че, пацаны, боитесь его? Вот он, еще тут бесится. Надеюсь, он меня не убьет, а кого-то из вас. Так, смотрим, как он побежит сейчас резко. Опа, психанул, на меня прыгнул, да что я-то при чем? Я вижу, пацаны, его еще одного убил. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!